Какие Извинилась извинения? только что. Какие извинения? Они серьезные мужики, нахуй. Не Ой, разваляются. давайте мы не Бля, будем не чинить, нам чинитесь, ну пока это. Не чиниться? Почему не чиниться? Ну все, ясно, короче. Но это плохая примета. Короче. А я починенный был. Мне все заебись. Ливаю нахуй дреды прямо сейчас. Какой хуйней занимаетесь? Молча. Ты тоже на хуйне. Парашей занимаешься. Охуя, что ли? Долгонога другим гильдиям выбиваем, ебать. Всяким анимейникам там, блядь. Да, да. Да. Чтоб челики хэмку пошли травить быстрее, леди, нахуй. Блин, так-то забавно, что я первый раз вижу, чтобы в рейде претендовал только один человек на долгоногу. Ну, блядь, меня Соби сюда затащила. Ну, я хотела. На Соби. Нет. На ШП не идет долгоног. Да. Я то хожу с картой, всем не нравится. Потом на распыл. Я просто манипулировал тобой, чтоб ты так рейд собрал. Ты понимаешь, что значит на распыл? Долгоног сейчас идет по ауку от 150к. Не-не-не, я это передумала, расплыл, там в банке полежит, там как все трофей похвастаться. У меня тоже там лежат трофеи всякие. У тебя? Покажи. Ну, у меня там всякие власть гер, труба, кондиционер, вот это вот вся. Кондиционер, да. Кондиционер, да. Кондиционер, сука. Сейчас такая темка дорогая. Кондиционер, блядь. Кондиционер, блядь. Я сейчас с кринжалом рублю, блядь. Ебать. И я просто представил этот кондиционер, который в машинку заливаешь, этот жидкий, нахуй, бутылка, блядь. А? Ленор, нахуй, или как там? Ленор. Под лицом стойте у мясожора. Сука. Всем похуй, я понял. Поставь вот тут теперь за ответственного, пожалуйста. Зачем? Я хочу через кубик ролить, пожалуйста. Хорошо, давай. Я тоже, кстати, согласен. Тот, как косарик бьет, так что можно стоять под лицом. Распределяет ответственный, все, да? Вы лут-мастер, хотели бы распределить лут с помощью... Я похоталк. Нет, не хочу. Все, я просто ответственный. Дай, ой, пожалуйста, блин, этот, как его, лапку. Лапку? Не, лапку, да, лапки. А, давай. Короче, раз, не-не-не-не-не, подожди, пока в ДЦ не свапайся, сейчас попробуем как нормальные люди, а потом как ненормальные. Сейчас я вам метки расставлю. Ой. А кто хочет, кстати, второй дипольский? Я луну хочу. Подожди, луна. Ой, это у тебя таланта нет, очищение духа. Какого? Войт, ну, ты чё? Начинается. Какого таланта нет? Чё хочешь всё это на... Заебись. Какого таланта нет? Очищение. У кого нету? Ну, говорят, что у тебя нет таланта на очищение. Кто говорит? Это Норик. Давай. А, ну у тебя реально очищение духа-то нету, алло. О, да, реально. Это куда вы смотрите? Ну, нахуй знает. Таланты. Где вы это увидели? Я ну, вижу. Ну заскриньте, дайте скрин. А, вот теперь увидел, теперь есть. Да. Что это за магия такая, я не понял. Да. Угу. Что-то у вас попутано там, блядь. Магия не в Хогвартсе-то. Короче, да, магия вне Хогвартса. Рассказываю, что. Да, ему скинули ПМ, он, походу, ебанул через ПМ, да? Думаешь, возможно. В общем. Минуточку внимания. В квадрат встает, получается, Слава, я встаю в крест, ДЦшка встает в лиловую, в фиолетовую. Что тут делать надо? Мы стоим, прописываем все рейндж 9. Прямо вот взяли и прописываем рейндж 9. И встаем. Я нихуя не буду делать. Ладно. Нет, так не получится, к сожалению. Вот. Короче, стоим, бьем. Милики же вы все знаете, да, что нужно отбегать, там ля-ля-тополя и так далее. Танки тоже все знают, нужно меняться каждые 7-8 стаков, ля-ля-тополя.
Все остальные просто стоят, бьют, оверхилят, там, ля-ля-ля-ля-ля-ля. 60% мы просто бьем. С 80% начинается самая веселуха, потому что на вас, на трех человек будет падать этот пламя, короче. Сейчас я вам скажу, как оно точно называется. Всепожирающее пламя. Всепожирающее пламя. Вот когда вы его увидите на себе, прожимайтесь, я не знаю, делайте, что хотите, но вы должны выжить. В любом случае вы должны выжить. Если на вас не успеют кинуть щиток, то вы умрете. Ну, как правило, тут может умереть Лок, может умереть ШПшка и так далее, и так далее. Я это буду анонсить, но мне будет супер сложно это сделать, потому что там очень мало времени на это дается. Вот, все. 60% мы сносим, начинается самое легкое, потому что самое сложное 60%. Нас телепортируют в огненный мир. Как только появляетесь в огненном мире, я чуть попозже поставлю на себя метку, сразу находите меня и бежите за мной. Встаем в стену, ну, там такая гора будет, встаем в гору спиной к боссу, ой, не к боссу, в смысле, а спиной к горе. Стоим, бьем, я буду анонсить все эти массивы и тому подобное, просто долбим его. Потом появляемся в ледяном мире, разбегаемся также на рейндж 9, стоим, регенимся, поднимаем манку туда-сюда. Проносим его. И самая сложная стадия. У всех должно быть... Я полетел за ней. Зелье оцепенения. У кого есть, пожалуйста, шифтаните. Я тебе дам сейчас. А, ты мне дашь. Все, хорошо. Зелье оцепенения. Когда на вас будет падать метка? Нурик проанонсит, потому что у меня какой-то баг на ДБМ, либо я тупой. Я не могу увидеть, на кого падает эта метка. Как только на вас падает метка, вы просто мухой летите из рейда, буквально у вас на это будет там 1.5 секунды. Просто из рейда выбегаете, нажимаете это зелье, и все. И больше ничего не делать. Это касается только тех, у кого, на кого упадет метка. Все остальные просто как не в себя дамажат, потому что нам нужно очень быстро снести 10%. В прошлый раз у нас была одна метка, в этот раз, скорее всего, будет две. Поэтому, когда мы появляемся уже на 10% в этом мире, нужно людей выбивать из МК. Выбивается тоже так же, как и на погибели. Все. Весь босс. Самый сложный 60%. Для миликов, еще раз, на всякий случай, я вам скажу. Вы стоите, его бьете, там будет типа кастоваться вокруг всех, ну, как это называется, типа, как называется, Нурик, это магия ебаная? Кольцо мрака, блядь. Кольцо мрака. Как только вы видите кольцо мрака, отбегаете, чтобы был у вас тоже рейндж 9. Все, кольцо мрака прокастовалось, обратно бьете. Все. Мы максимально встанем подальше, чтобы вам удобно было выбегать. Зелье дайте, плиз. Зелье. Я могу дать одно зелье, потому что мне дали два. Сейчас, давай. Где Каин? Хилу же не надо зелье, да? Что? Хилу же не надо никакое зелье. Нет, ну, нет, оно вообще типа надо, но похуй, в принципе. В принципе, похуй. И этот, для тех, кто в МК попал на последней фазе, после как вы приедете в этот первый, вы какое-то время собой управлять можете, происходить можете. Либо себя в сон уводите, либо спиной ходите, и все. Да. Там секунды 5-10 можете ходить так. В общем, тут никто самодеятельностью не занимается, никто кнопки, там прожимки и тому подобное не отдавайте, пока я не скажу, в смысле по массе и вам. Все, давайте. Саппроты пейте хилы, и в принципе все. Остальные должны переживать это все. Я в кресте, Слава в синенькой меточке, Хеда в правее. Все, все рарника. Да. Я дал уже этому. Отменяй тогда. Ждем тогда. Даю ДБМ пул на семерочку. 15 секунд. Ладно. Самое главное, чтобы вы милики друг друга не дамажили. Вас всего два, ну, из ДД миликов. Вы просто разбегаетесь под каждую эту волну, чуть-чуть просто от друг друга, и все. Пропишите радар 9, вам так будет удобнее. Встанете слева максимум и справа максимум, и вам, по сути, нужно делать два шага.
ДБМ даю. Ауру атакнем поставьте, пожирающий пламя, потому что больно мне. Да, ауру там можете поставить. Бро, не поменяй лед на огонь. Я тотем поставлю. А, да, Слав, я сначала... Вот, вот кольцо, отбежали. Милики, лево-право отбегайте, пожалуйста. Кто-то слева останется. Слав, я... Ты первый диспелишь... Ладно, сейчас, давай диспелим просто, и я потом скажу. Так далеко не надо убегать. Да, далеко не надо. То, рейндж 9 просто. Слав, я начинаю тогда с диспела тебя и хеды, а ты начинаешь диспела танка. Окей? Okay? Потом остальных. Я просто перманентно... Ну, я буду сразу же этот... диспелить сразу, потому что на 80% мы лопнем, если я вас не продиспелю. Все, вот вижу, тянку вижу. Все, погнали. Давайте. Душим жестко. Это аниманика только не достаю, и все, аниманика там держись. Забирай. Сейчас. После кольца заберу. Так ты встань в ромбик и будешь доставать. Забрал. Прохиливаем, прохиливаем. Всех надо на фул хп. Все, началась самая сложная. Будьте готовы. Так, пламя 8 секунд. Ражник. Диспел, диспел, диспел. Дейнер. Все. Бьем. Давайте. 40% нужно его сносить. Сдвоенный каст я сдам сейф. Хорошо. Пламя 5 секунд. Ну, ну. Правильно, скажешь, когда забирать будешь? Забрал. Давайте, давайте, терпим. Всех на фул хп поднять. Хантера поднимите. Сейчас будет пламя. Готовьтесь. Угу. Блять, уроки прожимок нету. Ой, нормально. Блин. Я на рарника случайно сейчас. Блять, ненормально. Ладно, лежи пока, все нормально. Может, если переведем, я тебя подниму. Не сильно проблематично это. Пламя 6 секунд. Сдвоенный каст, рарник сдашь? Рарник, давай этот массейв. Сдавай. Я могу поменять после кольца. Брокса не достаю, с диспель забирай, Брокса. Забирай, да. Брокса, Брокса, с диспель. Сейчас кольцо я заберу. Давайте, 12%, вы можете, я верю в вас. Хильте, хильте, прям оверхильте. Пламя, что там? 5 секунд, 3 секунды. Поднять, поднять Хантера. Лучше. Давай, 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 давай. Еще, скорее всего, одно пламя будет. Хистория, я тебя сейчас ресну, но ты не вставай. Встанешь на 41%. Ресу у тебя, не встаешь. На 41% встанешь. Поднять рейд, сейчас будет пламя. Пламя 3 секунды. После пламя переводим. Живите. Тебе не обязательно. Поднять, поднять меня. По хп. Встаю. Давай, Хистория, переводим. Побежали. Ой. За мной. За мной побежали. Нашли меня, нашли меня, меня нашли. Все. Переключи на огонь. На огонь переключи ауру. Эма на огонь сдать. А, у нас нету, да, эма. Блять. Плох. Ладно, бьем так. Прохиливайте. Забери случайно, забери. Блин, не вижу. Сделай шаг. ШВС, да. Хорошо. Переводите его быстрее. Никто не должен упасть.
Сейчас во льду разбегаемся все на рейндж и регеним ману. Давай, переводим. Встаньте в одну точку, сука. Встали, сука, спрятались. Разбежались все. Все разбежались, напротив друг друга никто не стоит. Сель, давай на ману гимн. Я забрал. Крутите, гимны, фулл мана должна быть. Потихонечку его бейте. Ну не прям потихоньку. Тут тоже нужно диспели, так что не забываем это. Будем тебе БР ждать? Нет. Бать, 8 минут, можно новый трай начать. Никакого ПР. Милики тут бьют? Да, вы просто аккуратненько бейте и все. Ждем фулл ману на всех и переводим его. На 23% стопните урон. Все, стопайте. Стоп, урон. Мана. Диспелем. Диспелем. Нейнер. Да, сейчас. Скажите, когда бить. Да. Сейчас будет, вот, сейчас стоим просто АФК, можете дотки покидать. После этого диспелим и после переводим. Очень прошу вас, все свои супер кнопки нажимать не сейчас. Сможешь забрать? Переводим. Будьте готовы сейчас. Зелье приготовьте. Меня на ХП поднимите. У меня прожимка 8 секунд. Ну, жаль. Гера, быстро все кнопки отдали. Нурик, твой выход. Да, сейчас скажу. Бобин Худ, выйди, Бобин Худ. Хорош, лучший Бобин. Все, никто не бьет. Дайте массейв какой-то, любой массейв дайте. Сдал. Переводите, надо успеть, не успели. Ах, история. История выйди. Переводите быстрее. Все, молодцы, разбежались все, история первого выбиваем. Дайте массейв какой-то. Историю первого выбиваем, аккуратно выбиваем. 7 секунд, я знаю. Поднять историю, выбиваем Бобина. А, все, 7 секунд, все, бьем друг босса. Друг от друга отойдите, сейчас будет взрыв. Выбиваем Бобина. Дадите, блядь. Поменял. Бобина, выбить. Все, поднять ХП. Поднять всех. Я умерла. Я упала. Прохиливай. Прохиливайте. Бейте. Войд. Войд же, да я вижу. Войд, живи. Страшно. Да не надо спамить. Миллион. Давайте, добиваем его. Делайте, что хотите. Можно дайте все массы, вы все отдавайте, все кнопки. Добиваем. А вы конченые, вы молча убили с первого раза и вайпаетесь на каре? Да это помойка, блядь, а не босс, кого ты нахуй. Что-то нахуй. Да не, это повезло просто, блядь. Это повезло просто, я хз. Чем повезло, ебать? Мы тут вообще лучшие собрались. Кто о, ты? Я мозг залутал какой-то, нихуя себе. ГЦ. Так, все большие молодцы. Так, мне как нужно? Группа, да, вот это, хейки. В смысле группа? Просто на руку. Или о чем-то? А как нажать? А, то есть, что сделать-то надо? Расскажи. Ну, типа, смотри. Сначала... Левый shift, левая кнопка и в рейча. И roll пишешь рядом. О! Все. Где кричать надо там? Объявление. Рольте. Понял. Ты издеваешься. Блин, я говорил, по ролу я всегда выиграю. Всегда. Ну, блин. Что тыкаешь на печать, выбираешь группу, где ты находишься. ГЦ. Да, я понял. Спасибо. Хейки. Ну что я сделал? Так. Это уже третья печенька, которую ты забираешь по ролу. Ты знаешь это или нет? Рольте. Надо кому-то? Пофиг, заберу. Ну вон, Эршами, может. Офей. Не, у меня 64. Тебе надо? У меня Золоман. Окей. Короче, Нурик, с тебя 5 печенек на моего ДК, блядь. С меня? Я тут при чем? Давай еще одну кару потом на следующем КД. Так я тут при чем? Ты же с Лиговцами пошел. Ну, пожалуйста, ты. Не Хейки, Рэл, от него просил. Не-не-не. Все, Хейки, с тебя 5 кара гир, блядь. Схуяли. Именно. Не в пустоты взял квест, на следующий КД будем не в пустоту. Во-во, давай. Ладно. Да не, на самом деле, ну, типа,
Да, блядь, раз в год такая хуйня прокает, что я в десятку иду, блядь. Хм. Не, у меня раз в год, что Малча с первого раза убили. Это вообще какой-то прикол. Просто танки хорошие. Поэтому... Танки скиллованные, да, по-любому.